Привет, друзья! Сегодня я приготовила вкусное постное печенье. Оно шоколадное, с ванилью и корицей. Оно очень ароматное и нежное. По вкусу напоминает пряники. Продукты простые, вариант бюджетный. Его вкусно готовить не только в пост. Печенье готово. Время выпечки при температуре 180 градусов 15 минут. Внутри печенье мягкое и рассыпчатое, с очень нежным пряничным вкусом. Сверху я его покрыла горьким шоколадом, без добавления молочных продуктов. Если готовить не постный вариант, очень красиво и вкусно украсьте его белым шоколадом. Если вам понравился рецепт, приготовьте себе постное шоколадное печенье. Буду благодарна вам за лайки и комментарии, а также за пожелания. Какие видео вы бы еще хотели видеть у меня на канале? Всего самого доброго, до новых видео, пока!